Представители Российского центра науки и культуры, авторы большого количества мероприятий, которые проходят в областном центре. Своего рода вкладом в празднование тысячелетия нашего города стала фотовыставка, созданная представительством в сотрудничестве с редакцией газеты «Вечерний Брест». Это именно мы и хотели донести, как преобразовался город Брест, насколько он стал красив, и насколько мы, работники Российского центра науки и культуры, любим этот город, с удовольствием здесь работаем. Выставка «Брест 100 лет назад и сегодня» – это уникальная возможность посмотреть на тот Брест, который был на этой территории более века назад. Рядом с ретро-снимками расположены виды города сегодня, что дает возможность сравнить, насколько областной центр преобразился. Эта выставка будет интересна как студентам, так и школьникам, которые часто не имеют возможности посмотреть, насколько трансформировался город в положительном ключе. И недаром на открытии выставки присутствовало много студентов и старшеклассников. Открытие фотовыставки состоялось в дни празднования тысячелетия и собрало огромное количество гостей. Сегодня вернисаж также в открытом доступе. Познакомиться с ним жители и гости города могут в стенах Российского центра науки и культуры в Бресте. Вход свободный.